До сих пор вас готовили в Эксетере для выполнения особого задания. Это задание, видимо, как-то связано с захватом мостов. То, что я вам скажу, сверхсекретные сведения. Если кто-то из вас скажет слово «мост» за пределами этой комнаты, я его услышу, в два счета пойдете под суд. Вторжение в Европу начнется сразу в пяти основных районах побережья Франции. Части 2-й британской армии ударят по районам «Золотой» и «Меч», а 3-я канадская пехотная дивизия займет «Джуна». С востока янки займут районы «Юта» и «Омаха». Теперь весь восточный фланг группировки будет уязвим для контрнаступления немцев из района «Кале». Если немцы прорвутся, их танки могут выйти напрямую на берег «Меч», вплоть до «Юты», угрожая всему плацдарму. Наша задача вместе с 6-й воздушной дивизией любой ценой защищать их с тыла, захватив все ключевые мосты по этой оси. Цель группы «Д» — этот мост через Каннский канал. Под прикрытием темноты планер сбросит нас в поле у моста. Оттуда мы предпримем быструю атаку на немецкий ДОТ и не дадим немцам взорвать мост. Как минимум один Брен будет поддерживать нас огнем, пока мы будем заходить с флангов. Захватив мост, мы должны будем удерживать его, пока нас не сменят, и это может продлиться несколько часов. В это время может получиться так, что нам придется использовать против немцев их собственное оружие. Так что я вам предлагаю познакомиться с трофейными экземплярами, которые есть у нас на базе. Удачи, Бог в помощь! Вольно! Доброго времени суток, дорогие друзья! Это Call of Duty 1, и мы летим. Как-то тихо, конечно, летим. Я не вижу Буа-ди-Бавон. Ради всего святого, Джек. Это самый большой лес в Нормандии. Внимательно! Я и так внимателен. Его здесь нет. Может, они его вырубили? По моим расчетам, мы на верном пути. Крен на 2 градуса к северу. 5, 4, 3, 2, 1. Бинго! 2 градуса направо по курсу. Так, ну летим пока что. Скорее, сейчас нас будут обстреливать, да? Все в порядке. Пристегнуться перед посадкой. А, мы садиться будем. Думаю, будем мы десантироваться. Сбросить парашют! Вот это посадка! Ребят! Куча мала, короче, у нас произошла здесь. Жесткая посадка, а? Активился. Да, я в норме. Порядок. Выполняем приказ. Давай, вперед, давай, вперед! Давай, ну! Я ничего не вижу, встаньте с меня. Рад, что ты все еще с нами. Нам везет. Немцы не отреагировали на наше блестящее приземление. Найди подходящее место для уничтожения их бункера. Мы тебя прикроем. Так, вот наши пацаны здесь сидят уже. И мы начинаем разведку нашу. Так, погнали. Сидите, сидите. О, начинается. Как-то, как-то, ребята, ребята, ребят. Я не так хотел вообще атаковать. Кажись, я всех подвел. Вот это я начал наступление. Быстрее, черт возьми, беги! Надо их обойти. Такой массивный огонь, чтобы они не уходили. На, блин. Так, взорвались. Побежали. Зачищаем. Охренеть! Вот это да, сколько их здесь было! Очертеть просто. Так, мост, понятно. Захватываем мост. Так, 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 так. Бери винтовку.
я на огонь только. Так, что-то плохое слышу. Где танк? Блин. Понятно. Давай, 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 давай. Опа. Тихо, 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 тихо. Так. Не проблема. Это сработает со мной. Быстрее, бежим, бежим. Уклоняемся, уклоняемся от пули. Ай, ай-яй-яй, ай-яй-яй, прям в спину. Все, я пришел. Давай. Быстрее, черт возьми. Это надо сделать, сержант. Попробуй еще. Давай, поворачивай. Промазал, что ли? Бомба. Все. Проверьте эти траншеи. Вперед. Вот это, конечно, класс. Мне очень нравится. Вау, как меня убили? Что это вообще было? У меня жизни много было. Или мало? Ой, да ладно. Так, ну вроде бы все готово. Осталось перебить их. Тех, кто здесь убегает теперь постоянно. Так, идем, идем. Давай, блин, убивай их. Есть. Ложись. Хо-хо-хо-хо-хо. Так, что надо сделать? Охранять мост. Окей. А, есть, все готово. Осталось два. По две волны еще осталось. Готово. Все чисто. А, ну окей, следующий уровень. Загрузочка быстренькая. Бенобель, Франция. Капитан, мы прочесали район. Кроме небольшого запаса лекарств, все, что мы нашли, пара винтовок и несколько панцерфаустов, практически непригодные. Слава богу, у нас есть эта зенитка. С ней мы можем удержать мост до прихода помощи. Осторожно! Так, куда? Ух ты, блин! Вот это попали по мне. Что надо делать, пацаны? А, с востока, окей, понятно, бежим. Ух, это оглушило меня. Держите эти позицию. Да, тот самый крутой звук. Так. Пока мы стреляем. Кого стреляем? Этих, что ли? А, вот они. Ну да. Тут там все-таки есть. Блин, какое здесь оружие, картонные пульки, блин, пластмассовые, офигеть. Пик. Пик, воу! Вот это да.
перемещаемся. О, здесь куча оружия. Смотрите-ка. На любой вкус. Класс, можно вместо винтовки взять, например, вот это. Хоп. Так, свои. Так, думаю, надо все-таки идти вперед. Только-то не так интересно сидеть. Наши чуваки здесь веселятся, а мы вообще ничего не делаем. Так, подожди-ка. Мне куда надо вообще? Может, туда мне надо идти? А, надо защитить просто. Хорошо. Зачищаем. Кого вы здесь видите, а? Может, штурмовать их просто? Здесь вот дебильчики сидят. А кому они там стреляют? Ну да, конечно, думали, что интересная миссия получится, как-то у них не очень вышло. Класс, мне просто Tower Defense такой получается. Даже как-то скучновато немного. Так, ребята, как раз мне звонили, и я для вас прошел эту... Да, я где-то минут еще 5 играл без вас. Прошел эту дополнительную миссию. И бежим уже на следующую локацию. А, блин, нет, не на следующую, мы просто немножечко отступили. Нас начинают уже штурмовать посильнее. Мы потихоньку отступаем. Пытаемся отступить вот так. Пока не отстрелится, я быстренько убегу. Вот так быстренько. Ага, нужно сесть за пулемет, чтобы их отбить. Окей. И начинаем по ним гаситься всей силой. Просто давай. Блин. А вон они, куда они идут. Я вообще не туда стрелял. Надеюсь, я много там перебил. Не пропускаем их. Подкрепление скоро прибудет. Куда надо идти? Понятно, 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 понятно. Давай, 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 давай. Хоба! Есть. Все, защищаем. Быстрее прикрывайте за пулемет. Иду за пулемет. А что там у нас? Ай, надо сюда отступить. Что-то захватить надо, подождите. Чего-то я не очень-то понял. Подожди. Туда танк едет, черт! Пацаны, прикрывайте. Вон он. Куда ж ты, быстрее поворачивай. Давай, 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 давай. Есть. Вау. Кто вообще стрелял? Что это, блин, было? Ну окей, продолжаем. О, так, так, танк скоро выйдет. Мы уже засели. Есть. Все, теперь поставим вот так, посередине как-нибудь. Начинаем отбиваться. Ага, вон куда стреляли по мне. Все ясно, теперь ясно. Понятно. Разворачивай, давай. Давай, давай, давай.
Есть. Вот так. Отлично, отлично. Смотри, патроны. Эх, патрон вообще не... Да что ж такое? Фух, все. Наконец-то. Сколько можно мне звонить? Эта проблема уже длится не знаю сколько, но я уверен, что она очень долго уже длится. Мне звонят и звонят постоянно. Чего от меня хотят все? Все. Блин, там танк. Черт возьми. Понятно. Отлично. Так, понятно. Взяли на всякий случай. Отстреливаем их. Да сколько здесь танков? А, вон он едет. Ты, блин, попаду. Да нет, это я не знаю, как по нему попасть там. О, кстати, оружие. Ладно, потом возьмем его. Ага, все стоит. Отлично. Да ладно, блин. Я промазал. Ладно, ребят, держитесь. Воу-воу-воу-воу. Я скоро вернусь. Так. Да черт возьми. Блин. И музыка такая, все. А, пипец. Блин. Теперь я более серьезно вооружусь, ребята. Теперь просто убиваем их. Блин. Все, ушли. Так, нужно уничтожить танк. Вот это да, он как бабахнул по мне. Какого хрена танк? Я только что подхилился. А птичек больше нет. Ну, теперь не знаю, что мне делать. Просто сидеть. Ладно, просто посижу. Ой, да ладно, зачем я вылез? Ой. Окей. Здесь придется все заново делать. Так, отлично, отлично, более-менее придержался. Следующий танк. Тот я смог уничтожить все-таки. Где он там едет? А если я так прыгну и стрельну, получится, нет? Скорее всего, нет. Ладно, будем ждать вам. Музыка такая печальная играет, и танк где-то едет очень медленно, зараза. Где он, блин? Откуда он выйдет вообще? Ладно. Немного осталось. Просто посижу несколько секунд. Так, он едет, да? Лишь победа. Задача выполнена. Возьми эту фигню. Фух, да, конечно, Что? Ой, да ладно. Да ладно. Да они просто, блин, издеваются надо мной. Я же прошел ее.
Ну, теперь я уж точно выиграю. Сколько можно перепроходить эту миссию? Долбаная миссия, она очень сложная мне оказалась. Просто то, что не проработана какая-то, она странная. Либо это я... А, вон он стоит. Окей. Блин. Эх ты, дебил, уехал. Кто там стреляет? А, вон там идут они. Где-то он за домом есть, не вижу его. Ага, вот он. Есть. Все. Успокаивайся. Все, пробираемся. Фух. Они отовсюду лезут. Офигеть. Отстреливай, отстреливай их. Есть, подкрепление идет. Неужели? А вот подкрепление. Есть, первый человек. Ну как? Долго набирался? Он такой улыбастый пришел. Где капитан? А, ну я прошел. Фух, ребят, ладно, здесь мы закончим. С вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.